незаурядной личностью и внес огромный вклад в развитие города и области. Так о выдающемся строителе Олеге Ковалеве говорят коллеги, друзья, родственники и близкие люди. Именно под его руководством, наряду с крупными промышленными объектами, были возведены города и райцентры региона. Развивалась сеть автодорог, были построены сельхозпредприятия и животноводческие комплексы. Он курировал и возглавлял все отрасли, которые были наиболее близки к чаяниям народа. Это и строительство жилья, и строительство объектов сельского назначения. Большую работу проводил по строительству автомобильных дорог, обеспечению транспортной инфраструктуры. Особый вклад председатель Куйбышевского горосполкома Олег Ковалев внес в развитие Самары. При его участии были отстроены все основные микрорайоны города. Застройка велась по улицам Гагарина, Осипенко, Новосадовое, Московское шоссе. Также был разработан генплан развития Самары. Появились такие объекты, которые стали визитной карточкой Самары. Это и дворец спорта, и цирк, вторая очередь набережная. Появились и коммунальные объекты, и мост, и обводная дорога. Очень много сделал для города и области. И, конечно, для всех у нас служит примером, как надо работать. В числе объектов, которые возводились под руководством Ковалева, центральный автовокзал, областная клиническая больница, филармония, а также метрополитен и городские очистные сооружения. Коллеги, родственники и друзья вспоминают об Олеге Ильиче как о человеке с добрым сердцем и исключительном руководителе. Говорят, его все любили. Любили – это не то слово. Он никогда ни на кого не кричал, не ругался ни с кем. Его уважали вообще все. То есть даже те отрасли, которые он не курировал. С какими вопросами мы к нему не пришли, значит, он их всегда решал. Вот уже прошло около 30 лет, как его нет с нами, но тем не менее нашлись те люди, проявили инициативу, которые помнят о нем и должны воздать данные памяти Олега Ильича. Олег Ильич Ковалев скончался 22 марта 1993 года. В память о выдающемся строителе на фасаде дома 216 по Молодогвардейской открыли мемориальную доску. В мероприятии приняли участие власти города, общественники, родственники, коллеги и друзья Олега Ковалева. Торжественная церемония завершилась возложением цветов. Ольга Павлова, Константин Головин. События.